Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 число, а это значит, я хочу всех вас поздравить с Рождеством. И это значит, что у нас подошел к концу наш конкурс. И давайте мы с вами определим победителя этого конкурса. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Значит, просмотрело видео 223 человека. Давайте зайдем в Google форму и посмотрим. Заполнило, как-то странно, всего 77. Ну, 77, значит, 77. Отключаем прием ответов, обновляем. И откроем сейчас с вами табличку. И по табличке уже посмотрим победителя. Еще раз скажу. Значит, заполняло 77 человек. Сейчас медленно прокручу, чтобы все смогли посмотреть. Смогли найти себя, чтобы потом не сказали, что я кого-то тут удалил или вычеркнул. Все заполнившие находятся здесь. Я не заполнял. Значит, мы будем искать победителя со второго номера по 78. Со второго по 78 номер будем искать победителя на сайте Random. Три раза нажимаем на кнопочку генерировать, и у нас номер 78. 78. Юрий Владимирский. Давайте перейдем на страничку ВК, посмотрим, кто это у нас такой. Вот он, Юрий, город Одесса. Посмотрим еще на YouTube. На его YouTube страничку. Подписан ли он на мой канал? Понравившихся видео вижу есть. На каналчик он мой тоже подписан. Ну что ж, хочу поздравить всех с Новым годом. Юрия поздравить с выигрышем. Добавляю его в друзья. И в данный момент напишу ему сообщение о победе и о выигрыше 1000 рублей. Или же какого-нибудь другого приза, какой он, может быть, выберет. Можем заказать на AliExpress что-нибудь, что он выберет. Или же просто получит 1000 рублей. Всех хочу поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством, с наступающим Старым Новым годом. Надеюсь, что праздники у вас прошли хорошо. Всем счастья, здоровья, любви. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с каналом. Еще чего пожелать? Пожелать, наверное, всего наилучшего и нового в наступающем году. Пусть старый год прошедший забудется, все плохие вещи, что в нем случились, а в новом году будут только хорошие вещи. Так что еще раз поздравляем Юрия Владимирского. С вами я прощаюсь. До новых видео и новых встреч, друзья. Всем пока, всем спасибо.